Всем привет, дорогие друзья, подписчики, любители хороших игр, с вами, как обычно, Хантер. И сегодня мы с вами поиграем немножечко в GTA Online, без флекса. Как это... Блин, как мне от этой машины избавиться? Она ко мне пристала, вы посмотрите. Я ее однажды случайно загнал в гараж, и все. Засунул новый режим противоборства, открыть ваш 50 Мартина. Так, это хорошо. Но сегодня я хочу попробовать погонять в гоночке для того, чтобы открыть прокачку на машину. Сейчас я приеду в Los Santos Customs и посмотрим, что там нужно пройти и сколько раз. Потому что по мне, так я помню, что чтобы открывать какие-то усовершенствования для машины, нужно выигрывать гонки. Вот, это довольно-таки не круто, потому что гонки особо в GTA я не люблю. Но, что есть, то есть. Ой, нет, только не врежься, фу, боже мой. Это было близко. Так, и, в общем-то, прилетели мы с вами в Los Santos Customs. Или как оно там кличется. Так, ремонт, конечно, я только выдумал. О, взрывчатка. Дизайнер зажигания, привет, стало сумным. А, окей. Я так понимаю, это типа, если зажигают машину, садятся, то... Бом-бом. Так, меня интересует двигатель. Вот. Выиграйте гонки в данном классе, чтобы открыть этот предмет. Осталось два. То есть две гонки. Ага. Получается, нам нужно выиграть две гонки с вами, чтобы получить... Так, то есть задание нам приходит. Чтобы получить это улучшение. Так, здесь есть гоночки? Нет гоночек. Тогда давайте, значит, создадим с вами гонку. Дело. Начать дело. Рокстар, гонки, так, сельский тур, не-не-не-не-не. Нужно что-то такое, что быстрое. Кто-то там сигналит мне, отстаньте. Какой-то там альтруизм. Так, не то, не то, не то. Первый класс. Нет, ночной полет точно нам не... А, это самолеты, вот, точно тут же. Картиночки. Картиночки. Так, так, будь я богат. Нет, тоже. Кольцевая по бездорожью. Вот я не знаю, вот... Господи, боже мой. Без тормозов. Велосипедная гонка, блин. Я думал, без тормозов это, типа, вообще быстро-быстро. Шоссе... Тебе, блин, нужно такое, чтобы прям дорога на работу, такси. Да нет, нужно прям быстрое. Легкая атлетика. Вот где? Где мне найти? Ладно, давайте с вами тогда любую возьмем. Простая гонка. Нет, ну тоже простую не хочу. Сейчас мы с вами выберем что-нибудь. Вот, как быстрее все. Отлично, все, трафик. Там прям, по-моему, все будет должно круто быть. Должно быть, там все круто. Так. О, спортивная машина, отлично. Так, погода, время суток. Личные транспортные средства. Да, давайте. Подтверждаем настройки, автоприглашение. Пум-пум-пум. И ждем, пока к нам припрутся, прилетят товарищи. Ладно, всех из данной сессии еще ткну. Подходящий по уровню навыков. Все, вроде бы всех пригласил. Хотя черт его знает на самом деле. Но вроде бы всех пригласил. Остается только ждать. Кстати, дорогие друзья, если вы хотите вступить в мою банду, если вы, например, не в чейной банде вообще, можете вступить в мою банду, ссылочку я дам в описании к ролику. Можете вступить в банду, будем играть вместе. Потому что если вы в банде играете, то там дают опыта больше и что-то там еще. Ну, в общем, в банде быть круто. Вот. Так что, если вы хотите, то можете вступить в банду. Ну, а пока мы с вами будем ждать, пока кто-нибудь к нам придет. Так, ну что ж, дорогие друзья, загрузилась. Загрузилась игра, игроков не так уж много, но... Но все же, так. О, вот такую хочу машинку и хочу ее розовенькую. Хотя нет, знаете, я бы взял на самом деле... Не розовенькая, потому что розовенькая это слишком. Это сли... Во. Фиолетовая то, что надо. То, по-моему, там писали, что это ярко-пурпурный или что-то в этом роде. Но не суть.
Не суть, сколько нас тут человек. Нас, по-моему, человек 5, не больше, потому что что-то зашло мало, видимо, не знаю, вроде время-то и не такое уж, чтобы мало было людей, но все равно. Вот нас трое и четверо. О, Димка. Блин, точно, он же на своей машине. А вот по поводу Димки это нехорошо. Нехорошо. Сейчас он тут может нам вздрючить мозги. Ну, хотя... Сейчас мы сделаем кое-что... Нет, только не меня так! Нет, пошел нафиг. Пошел в сраку. Идите в сраку все. Так, все, минус один, минус два, минус три. Все. Четко вырываемся на первую позицию. Куда ты едешь? Все, отлично. Все, ребята, мы первые. Машина больше не выжимает. Это ее максимум. Газуй быстрее, нас же догоняют, дура. Но уже довольно-таки неплохо. А сколько здесь? А, кругов-то или здесь без кругов? Нет, нас догоняют, я слышу прям... Я слышу... Вот это фейл был бы. Вот это было вообще опасно. Вот это да. Блин, смотрите, нас догоняют. На своей Динке. О боже мой, спасибо большое за то, что подпихнули. Блин, лол, вообще. Знаете, я больше не буду брать эту машину. Потому что она не может выжить. Просто не может выжить. Хотя тот, наверное, под моей с этой стоял. Струей. Ну, как бы это не так называется, но... Знаете, когда вы едете, и если к вам сзади пристроится, то, ну, как бы... Как же это называется? Воздушный, не барьер, а... Ну, короче, вы быстрее начинаете ехать, когда вы сзади меня гоните. И вот он, наверное, таким образом нас догнал. Так, ну пока что все неплохо, я хочу вам сказать. Если я сейчас куда-нибудь не врежусь, куда-нибудь не улечу, то, в принципе, мы даже можем и первое место занять. Конечно, я не особо рассчитывал. Ну, я и сейчас особо не рассчитываю, потому что... Как минимум мы приедем с вами третьим. Посмотрите просто на того чувака, который... Он там вдали, он что-то там вообще прям приуныл, по-моему. Он просто приуныл, а наша пурпурная... Кстати, по-моему, не поменялся цвет или поменялся? Потому что, по-моему, это розовая машина. Хотя я выбирал пурпурную, она более была такая темная. Покончил с собой... Лол, что? На гонке покончил с собой. На. Парень веселый. Кстати, вы знаете, я играл в гонке, разумеется, и до записи. И вот когда много народу... Знаете, вот я играл и собиралось прям полное лобби. То есть там сколько? 16, по-моему, человек. И это, конечно, жесть. Я еще играл, может, кто-то из вас знает, кто играл в гонке, где аэропорт, и там надо петлять. Так вот, там было 16 человек. И на спорткарах. На гоночных, не на таких, а на всяких Зенторно, Туризмо, вот эти вот Адеры. И вот на них мы играли. 16 человек, 3 круга. Такое месиво. Это просто, ребят, это так, это жуткое месиво. Поэтому по мне оптимальное количество игроков в гонке, знаете, человек 8. Человек 8 это будет довольно-таки вообще вполне себе нормально. Потому что 4 это отчасти мало, 16 это слишком много, а 8 это, знаете, вот прям такая золотая середина. Прям это хорошо. Вот так вот сейчас всех, вот так вот. Вот так вот. Отличненько. Выиграли мы эту гонку, значит, получается, нам осталась еще одна гоночка. Давайте поставим прям лайк такой вот прям вообще. Типа все круто. Смотрите, парень, Убергеймер, он приехал буквально на секундочку позже. А третий приехал тоже на секунду позже того. То есть, в принципе, отрыв был не такой уж большой. Так, нам нужны гонки. Давайте вот эту выберем. Потому что мне нужна какая-нибудь гонка на машинах. Вот в такси я играл, это что-то вообще на самом деле... хардкорненькое. А вот в эту я не играл. Поэтому давайте посмотрим, что нам предлагают рокстаровцы в качестве этой гоночки. И... Отлично. Просто вот такие паузы меня порой напрягают. В играх. Не в играх, а в GTA именно. Потому что она порой так вот бац, зависнет. И что делать вообще? О, смотрите, отлично. Здесь прям дофига игроков. А, давайте попробуем с вами пригласить по прошлому делу людей. Я пригласил, да? Так. Ну и в принципе, остается только ждать. Так, выключаем это радио.
И ждем. Смотрите, вот это как раз будет полный лобби. Как я говорил, 8 человек. То есть вполне себе неплохо. 2 километра расстояния. Ну, 2,5, так и быть. О, кстати, пришел Uber Gamer. Смотрите-ка, то есть, значит, мое приглашение до него дошло. Очень круто. 2 круга у нас. Будет 2 круга. Ну и все, стартуем. Бесконтактный режим. А, я думал, потому что в бесконтактный режим я еще ни разу не играл. Ну, а тут стандарт. Ну да, стандарт полдень, ясно. Все неплохо, в принципе. Кстати, наш хост играет на геймпаде. Так, знаете, какую я хочу машинку? Так, точно не эту. Это я вам прям отвечаю, что я эту не буду брать. Динку я не хочу. Это тоже не хочу, хотя, в принципе... Давайте вот... Не хочу ярко-розовую. Кстати, я люблю оранжевый, но оранжевый что-то прям слишком. Вот, я хочу пурпурный. Продолжить. Все, отлично. Я на себя никогда не ставлю, потому что, блин, я понимаю, кто я в гонках. Поэтому... Бесполезно. И, кстати, я не понимаю, вот видите, вот там, где мой ник написан, там статистика. Побед 3, поражение 11. Это считается, как бы, сколько вы заняли первых мест? Потому что, как бы, я занимал третье, я занимал вторые места, а первые места я занимал редко. И вот, получается, победа считается, когда вы первое место заняли, наверное. Так, у кого-то там своя машинка. Продербум. Ага, я нашел ее. Надеюсь, там нет движка. Ну, судя по всему, этот паря не так прост, как кажется. А их тут двое такие. Нет, пошел в сраку. Ах ты сраный урод. Вот урод, а вы посмотрите, он меня как-то вообще спихнул с самого начала, не пойми как. Я еще, блин, ну блин, ну вообще. Ну что такое? Где мой бесконтактный режим, я не понял. И где моя машина, где мои лошадки? Отлично, кстати, смотрите, их там... Довольно-таки много вылетело с гонки, но это все равно не поможет мне их обогнать, потому что я слишком днарик. Хотя не, смотрите тут. Блять, ну куда ж ты едешь, ёб твою мать. Знаете, прям вот порой эти гонки прям вымораживают. Нет, иди отсюда. Нет, 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 нет. Спасибо, что развернул. Немножечко плохо. Блин, как же я ненавижу эти гонки. Вот для меня открывать эти улучшения, это просто какой-то кошмар. Потому что выигрывать гонки, когда все пихаются. Ну нахрена пихаться, аутисты. Тут еще нужно обязательно проехать. Отлично, минус один. Шикарно. Мы четвертая. У нас 2 круга, значит у меня будут шансы обогнать всех этих альтруистов немытых. Все, давай, ходу. О чем я? Куда ты так лагнул-то, Давай. Нет, только не столб. Отлично. Круг 2. Все, последний круг. Мы здесь должны хотя бы вот этого розового обогнать. Блин, какой же он жесткий-то. Чего ж ты так разогнался? Опять я врезался в эту говно. Пипец, у меня сил не хватает. Четвертым, потому что если мы приедем, то мы с вами не откроем улучшение, которое мне нужно. Давай! Вот сейчас как раз пристроюсь к нему сзади. Как бы это ни звучало. Вот сраный козел, а! Пошел в сраку. Это наш шанс. Главное не врезаться нигде. Сейчас главное нигде не врезаться. Никуда, никаким образом не врезаться. Спокойно отпускаем газ на тормозах. Фу, на поворотах. На тормозах. Аккуратненько проезжаем здесь все. Вот так вот. Вот так вот. Еще совсем чуть-чуть остается. Давайте, ребята, лайк на удачу ставьте. Срочно, я вас требую, мгновенно, быстро. Если не поставите, то все, гонка проиграна. Срочно, быстрее. Газу, где финиш? Я вижу финиш, да. Кажется, наше место будет третьим. Отлично, давай. Да. Боже мой. Блин, вы не представляете, как я рад третьему месту в гонке. Боже мой. Вот она, ваша Динка. Сдохла ваша Динка на 3-й секунде гонки. Вот так вот. Спасибо большое за то, что поставили лайк, потому что я... Она вообще ни о чем. Эта Динка, она что-то прям... Понятно, все, конечно. Все ясно с тобой, Динка. Отличненько. 3-е место.
Это неплохо, я вам хочу сказать. Конечно, во всяких там мероприятиях главное участие, но третье место это очень даже хорошо. Вот видите, в гонках, то есть, казалось бы, вот так вот вы выкладываетесь на все, ну, лично я. Кстати, вот этот парень с прокачанной тачкой. Я говорил, что он жесткий будет. Ну, давайте лайк с вами поставим, что ли. Так вот, о чем я говорил, что гонки это вообще просто вот неприбыльное дело. Вообще, то есть вот он занял первое место. А, кстати, он 62 уровень. Ясно. Вот он занял первое место и получил 6000 денег и 1000 РП всего. То есть это довольно-таки мало. Давайте с вами еще одну гоночку тогда сыграем. Вот эту вот хочу гоночку. Не хочу я на велосипедах. Потому что... Хотя, кстати, я купил велосипед, знаете, я купил велик себе в гаражик. Он прям такой висит на стенке, это довольно прикольно. Обязательно запишу серию с флекса, конечно. Может, даже еще кого-нибудь возьмем, чтобы была такая массовочка. Запишем серию, как мы поедем на горы, на чилет. Обязательно, то есть мы в Господи, боже мой. Я еще не могу проснуться. Онлайн обязательно будем записывать. Вот так вот. Банки мы будем с вами обязательно грабить. Точнее, не банки, а эти ограбления. У меня что-то с Payday'ем все путается. Ограбления, естественно, мы с вами будем грабить. Их снимать. Поэтому, кстати, если вы вступите в банду, то мы с вами сможем тоже вместе пограбить. И поэтому, в общем-то, подумайте, вступать вам или нет. Вот. Смотрите-ка, бесконтактный режим. Два круга. Вот. Это уже интересненько, потому что именно в таком режиме можно как раз нормально показать свой скилл вожде. Еще на мотоциклах. Ясно. Знаете, по-моему, вот, Акума очень хороший моцик, потому что когда я гонялся, вот давайте вот такой вот, закатно-красный. Потому что когда я гонялся на мотоциклах, первые... 4 там мест, или сколько их взяли там, не помню, то ли первые 3 места, то ли первые 4 места, их именно взяли Акума, а я выбрал какой-то горный моцик, вот, хотя трасса была, то есть я как бы видел, что трасса была более по бездорожью, я выбрал вот этот мотоцикл, который как бы должен по бездорожью ездить, но не тут-то было, меня мало того, что по бездорожью Акума вздрючивала, она меня вообще везде вздрючивала, на дороге, по бездорожью, просто везде. Поэтому я больше не буду брать горный велик в такие моменты. Я буду брать Акуму. Хоть разочек я попытаюсь погоняться на ней. Па-пам-пам-пам-па-па-па-па-па-па-па-па. Ну что ж, дорогие друзья, good luck, have fun. Ставьте лайки на удачу. Погнали. Что значит сделано слишком рано? Я не понял. Вот посмотрите, то есть, казалось бы, видите, они просто на пустом месте нас обгоняют. Хотя, как бы, просто едем по прямой. Вот, кстати, здесь, блядь, только хотел сказать, что здесь сейчас от многих избавимся. И сам улетел. Ну, просто жестко, просто шикарно, просто великолепно. Не зря я не люблю мотоциклы. Ауч. Парню, наверное, больно сделал. Так, ну, отлично, мы с вами одного обогнали. Главное, это прям вот аккуратно заходить, прям аккуратненько входить в повороты. Вот не так. Хотя можно и так, в принципе. Давай-давай, ходу, давай-давай, моцочек. Давай, газуй. По-моему, у мотоциклов все-таки нету вот этого воздушного скафандра, купола. Я не знаю, как он называется. Точнее, знаю, но я забыл. Блин, как же... сложно поворачивать. А тут, ты знаете, каким нужно быть аккуратненьким, чтобы с него не свалиться? Прям вообще. Ой, ну давай, хотя бы третьим опять. Нет! О-о-о-о! Сраный велосипедист! Сдохла, да, дура? Без поворотника поворачивает. Ну, теперь нас этот обгоняет. Не, ну какого хрена вообще, ребята? Был на самом деле шанс, если бы я бы повернул более-менее правильно. Я еще пропустил точку. Сраные уродства. Бля, да идите в жопу. Господи, боже мой. Что за хрень? Что за, мать его, хрень? Почему я должен именно здесь проезжать? Это несправедливо. Нафиг это дерьмо. Нафиг. Просто нафиг. Да и...
Это вообще, ребят, как называется? Вы знаете? Можно как-нибудь настроить так, чтобы вообще ни во что не врезаться? Или дайте мне какой-нибудь гранатомет. Я постреляю. Ну потому что это. Ну, ну давай, еще раз упади. Слишком узкая трасса. Слишком узкая трасса, мать ее. Слишком. Кто-то. Он уже финишировал первым! Он уже финишировал! Да нет! Да чего это? Вы серьезно? Я легонько к нему прислонился, чтобы отдохнуть. Какого хрена я упал сразу? Давай еще поверни мне здесь. Я боюсь теперь, вы знаете, этот прям. Еще этот телефон. Я теперь прям буду знать, что эти машины около поворотов нельзя обгонять вообще никаким образом. Просто никак. Потому что. Ай, ну, пятый, отлично. Ай. Не поставили вы второй раз лайк, ребят. Один вообще афкашит. Да блин, ну чё, вот, ну блин, ну чё? Не, ну чё они вообще такие эти? Ясненько. Ну все, должна, по-моему, гонка закончиться, потому что этот остался один. Он уже плевом последний. Да, отлично. Ай, вы финишировали пятым. Не успели мы сегодня, по-моему, выиграть две гонки. Или успели? Одну мы точно с вами выиграли на третьем месте. А, да, другую мы с вами первое место заняли, точно. Ну, какой у меня склероз, а? Поэтому, в принципе, должно все открыться. Поэтому сейчас мы с вами выберем. Не понравилось. Не понравилось мне. Нет. Дизлайк. Дизлайк. Однозначно. Поэтому давайте с вами выбираем свободный режим. Вот, кстати, вот это на гонках, то, что выше свободного режима, это вообще... Это просто... Такой трешак. Там вот что-что, а там скилл не решает. Просто не решает. Потому что там вот кто первый стартанет, тот и выиграет. Потому что там два круга всего. Это такой, знаете, бега, где были... где проводится бега, и вот это такая же трасса, и там можно выбрать любую машину, начиная от мотоцикла, заканчивая монстр-траком. И вот, если вы начали последним, и там 16 человек, и так вот, если вы начали последним, вы не выиграете эту игру, нет. Вы просто не выиграете, вы даже пятым не приедете, даже шестым, даже десятым вы вряд ли приедете, потому что это просто жесть, там такой замес будет. В конце именно, потому что те, кто первые, они будут как бы выйдут сразу вперед, и все. Так, ну. Симону нужно определенное транспортное средство. Перекрасил его мастерскую. О, смотрите-ка. Прикольно. Так, по-моему, у нас с вами ничего не открылось на машину. Это довольно-таки обидно, если вы не будете подойти. Ну, нет, все знаем. Обидно, что мы с вами не смогли ничего открыть, хотя странно, я еще поеду, посмотрю. Может, открылось, не пишется. В общем, на этом все. Вот такая получилась серия. Не забывайте подписываться, ставить лайки, предлагать свои идеи в комментариях, что сделать в GTA Online. Я обязательно прочитаю. На этом все. Всем удачи, всем пока.